Зайдите в базу контрактов и нажмите «Доступные контракты» закладка. И там есть торговые, а есть курьерские. Вот нажмите на курьерские. Стандартные настройки. Теперь давайте отсортируем по вознаграждению. Тут посмотрите, внимательно разберетесь, все хорошо. Тут написано вот объем груза, это то есть какой вот надо трюм, чтобы у вас был. Потом вознаграждение, которое вы получите за товар. И залог, который вы дадите. Залог, тут все понятно. Товар стоит определенное количество денег, и чтобы вы его себе не спионерили, не кинули продавца, он указывает залоговую стоимость. Поэтому порой, конечно, вы можете сказать, нифига себе, там залог миллиард, там вознаграждение миллион. Ну, потому что там лететь, допустим, всего лишь один прыжок. Тем не менее, есть один момент, который вы должны знать. Есть станция погрузки и есть станция разгрузки. В общем, вкратце. Станции, которые принадлежат игрокам, они могут их закрыть. И, соответственно, тут идет, в этом плане идет лохотрон. Танция, там стоит восклицательный знак. То есть у вас есть вероятность того, что как только вы примете этот контракт, доступ на станцию сразу же будет закрыт. А даже если нет, ну вы там заранее прилетите, посмотрите, открыта она или нет. Приходит уведомление, контракт принят. И они сразу доступ на станцию закрывают. У вас просрочка, сроки истекают. Вы нарушили условия контракта, залог, который вы заплатили, остается заказчику. Вас кинули. Поэтому со станциями людей не связывайтесь вообще. Работайте только со станциями NPC, которые нельзя закрыть.